Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Раф спасает разведчиков. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь Бог иссушил пред вами воды Черного моря, когда вы ушли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморийскими, за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш есть Бог на веру вверху и на земле внизу, и так поклоняйтесь мне, Господом Богом нашим, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего, и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей: «Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы ныне не откроете сего дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.